Итак, Новак Джокович возвращается. Как же не хватало его эмоций, его драйва. Конечно, 6 раз побеждал на Австралиан Оупен. Победителем Уимблдона. Из-за травмы плеча не играл 6 месяцев. И это была очень серьезная операция. Поэтому Новак говорит, что будет осторожен. И все-таки Джокович настоящий чемпион. И желаю ему, конечно, только побед. Будем наслаждаться его игрой.